Сегодня мы в лифте находимся. Видеокамеры, смотрите, какая чистота. Круто. Я нахожусь в музее, 600 тысяч жителей в лифте. Как вам? Смотрите, сколько этажей? 3 этажа. Тут главное не запутаться, куда пойти. Куда пойти? Вот в nursing room. Если вы кормите грудью, видите, значок. Нужно постучаться, зайти, покормить грудью ребенка. У вас есть такое в музеях изящных искусств? А, россияне? Вы опять будете говорить, а мы кормим детей дома. Дома мы никуда с ними не ходим. Мы груди не кормим. Мы не хватаем инфекцию. Нам не нужны гей-парады, нам не нужны западные ценности. Мы сидим дома, у нас нет картин, у нас нет искусства, мы просто сидим дома, мы смотрим Путина. Не, ну, конечно, сидеть дома лучше, да, россияне. А еще лучше сидеть дома у телевизора, да, россияне? Зачем вам искусство? Зачем нам вам 17, 16, 15, 14 век, когда у вас есть Путин? А вот смотрите, Оскар как кошка, self-portrait as a warrior, 1886-1980. Этот сюжет был сделан в 1909 году. Это человек, который прошел через войну. На нем, наверное, горит кожа. Мы уже не успеваем идти, потому что надо возвращаться. У меня работа. Ну тут просто... Посмотрите, какие. Тут столько всего интересного. Видите, дети. Детям интересно. Сейчас современное искусство опять. Вот там можно рисовать. А смотри. Видишь, карандаши. Вон. Можно брать бумагу, рисовать. Еще холлвей такой красивый. Вот кто не хочет брать лифт, можно по лестнице пройтись. Вон коляска. Не хочешь ничего снять, тут правда очередь, но может там что-то вкусненькое. Двадцать минут ждать, да тут в принципе. Ну, не знаю, может, мы выйдем, потом будет место. Смотри, какие симпатичные сиденья, Саша, смотри. Офигеть. Да, полный.